если вы все-таки поменяете куб, то вы Алиева с собой заберете? Это вопрос на засыпку. Я не могу ответить. Не могу ответить на этот вопрос. Это некоторые вещи, которые вы задаете. Во-первых, я еще не могу ответить раз, а второй раз не все от меня зависит. Саш, насколько ваш будущий Локомотив зависит от того, останется Юрий Павлович или нет? Пока я на этот вопрос не буду отвечать, знаете, посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Сейчас отпуск и дальше посмотрим, что и как будет дальше. Ну, если Юрий Павлович попросит в отставку, вы как, что будете делать? Ну, как, что я буду? У меня контракт с Локомотивом на 3 года еще. Ну, посмотрим в дальнейшем.